За окном медленно падал снежок, и снежный, ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижалась щекой к Катиным волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами. Катюша, как ты жила это время? Ты ничего не рассказываешь? О чем же, котик, рассказывать? Я тебе писала. Я все-таки, Катюша, не понимаю. Ты красивая, прелестная, добрая. Таких, как ты, я больше не знаю. Но почему ты несчастлива? Всегда у тебя грустные глаза. Сердце должно быть несчастливое. Нет, я серьезно спрашиваю. Я об этом, девочка, сама думаю все время. Должно быть, когда у человека есть все, тогда он по-настоящему и несчастлив. У меня хороший муж, любимая сестра, свобода, а живу как в мираже и сама как призрак. Помню, в Париже думала, вот бы жить мне где-нибудь сейчас в захолустном городишке, ходить за птицей, за огородом, по вечерам бегать к милому другу за речку. Нет, Даша, жизнь моя кончена. Катюша, не говори глупостей. Опустив шерстяное вязание, Екатерина Дмитриевна глядела на падающие снежинки. Вдалеке, под островерхой Кремлевской башней, под раскоряченным золотым орлом, кружились галки, как облако черных листьев. Я помню, Дашенька, я встала рано-рано утром. С балкона был виден Париж, весь в голубоватой дымке. И повсюду поднимались белые, серые, синие дымки. Ночью был дождик, пахло свежестью, зеленью, ванилью. По улице шли дети с книжками, женщины с корзинками. Открывались ясные лавки. Казалось, это прочно и вечно. Мне захотелось сойти туда, вниз, смешаться с толпой, встретить какого-то человека с добрыми глазами, положить ему руки на грудь. А когда я спустилась на большие бульвары, весь город был уже сумасшедший. Бегали газетчики, повсюду взволнованные кучи людей. Во всех газетах страх смерти и ненависть. Началась война. С этого дня я только и слышу: смерть, смерть. На что же еще надеяться? Сестры опять замолчали, глядя на падающий за окном снег. По улице среди сугробов, скользя сапогами, прошел взвод юнкеров с вениками и чистым бельем под мышками. Юнкеров гнали в баню. Пропустив несколько дней, Даша снова начала ходить в лазарет. Екатерина Дмитриевна оставалась одна в квартире, где все было чужое. Два скучных пейзажа на стене, стог сена и талая вода между голыми березами. Над диваном в гостиной незнакомые фотографии, в углу сноп пыльного ковыля. Екатерина Дмитриевна пробовала ездить в театр, где старые актрисы играли Островского, на выставке картин, в музей. Все это казалось ей бледным, выцветшим, полуживым. И сама она себе тенью, бродящей по давно всеми оставленной жизни. Целыми часами Екатерина Дмитриевна просиживала у окна,
у теплой батареи отопления. Глядела на снежную тихую Москву, где в мягком воздухе сквозь опускающийся снег раздавался печальный колокольный звон. Служили панихиду, либо хоронили привезенного с фронта. Книга валилась из рук. О чем читать? О чем мечтать? Мечты и прежние думы. Как это все теперь ничтожно. Время шло от утренней газеты до вечерней. Екатерина Дмитриевна видела, как все окружающие люди жили только будущим, какими-то воображаемыми днями победы и мира. Все, что укрепляло эти ожидания, переживалось с повышенной радостью. От неудач все мрачнели, вешали головы. Люди, как маньяки, жадно ловили слухи, отрывки фраз, невероятные сообщения и воспламенялись от газетной строчки. Екатерина Дмитриевна решилась, наконец, и поговорила с мужем, прося пристроить ее на какое-нибудь дело. В начале марта она начала работать в том же лазарете, где служила и Даша. В первое время у нее, как и у Даши, было отвращение к грязи и страданию. Но она преодолела себя и понемногу втянулась в работу. Это преодоление было радостно. Она полюбила грязную и трудную работу и жалела тех, для кого работала. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя. Москва сильно опустела за это лето. Война как насосом выкачала мужское население. Николай Иванович уехал на фронт в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и уединенно. Работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные открытки от Телегина. Он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость. Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения. Его однажды привез к обеду Николай Иванович из городского союза на своем автомобиле. С тех пор Рощин стал захаживать. Каждый вечер в сумерки раздавался на парадном звонок. Екатерина Дмитриевна сейчас же осторожно вздыхала и шла к буфету положить варенье в вазочку или нарезать к чаю лимон. Даша заметила, что когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила. Потом на губах у нее появлялась обычная нежная улыбка. Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом. Не спеша присев к столу, он тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, а по глазам ее с большими зрачками было видно, что она слушает его особенно. Встречаясь с ее взглядом, Рощин слегка как будто хмурился. Вздрагивали под столом его шпоры. Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала и, покраснев, виновато улыбалась. Часам к 11 Рощин поднимался, целовал руку Кати почтительно, Даша рассеянно, и уходил, прося не провожать его до прихожей. По пустой улице долго слышались его твердые шаги. Катя перетирала чашки, запирала буфет и все так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ.
Однажды на закате Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие стеклянные голоса и думала, что завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи высоко. И что стрижи ничего не знают о войне. Счастливые птицы. Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было грустно. И вот невдалеке, вековечной мещанской вечерней скукой, заиграла шарманка. Катюша, как поет хорошо. За что? За что нам это послано? Чем мы виноваты? Когда кончится это, ведь буду старухой, ты поняла? Я не могу больше. Кать. Не могу. Не могу. Что с тобой? Не могу. Катюша. Это никогда не кончится. Мы умираем. Мы никогда больше не узнаем радости. Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит. Катюша, успокойся. Нет, нет, оставь меня. Оставь. В прихожей позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин. В грубой суконной рубашке, в новых смазных сапогах. Усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. Вы уезжаете? Да. Завтра? Нет, через час с четвертью. Куда? В действующую армию. Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна. Мы видимся, очевидно, в последний раз. И я решился сказать... Нет, нет, я все знаю. И вы тоже знаете обо мне. Екатерина Дмитриевна, вы... Да. Да. Умоляю вас. Уходите. Уходите, Вадим Петрович. Прощайте. Он вздохнул коротко, проскрипели его смазные сапоги, хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола и изо всей силы прижала к лицу руки. Телегин сидел у вагонного окошка, вдыхая густой запах сентября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то смолы и земли на рассвете, хваченной морозцем. Он почувствовал позади себя дорогу двух мучительных лет, конец ее в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич вышел на вокзальный подъезд и не мог, рассмеялся. В шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков. Он взобрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем. Наглый, красивый лихач с ласковой снисходительностью спросил у него адрес и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожжи, запустил рысака. Дутые шины запрыгали по булыжнику. Вот и 6 окон белого особняка, где покойно и чисто висели кружевные шторы.
Иван Ильич спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой. Звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд он постоял, не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. В сущности говоря, ничего еще не известно. Может, дома никого нет? Может, и не примут? Он потянул медную ручку. В глубине звякнул колокольчик. Конечно, никого дома нету. И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась, и высунулось рябенькое лицо горничной. Иван Ильич, как во сне, прошел через сени галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой. В полутемной маленькой прихожей висели женские пальто. Перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка и вдруг почувствовал, что связи нет между этой чистой, прелестной жизнью и им, вылезшим из кровавой каши. По комнатам зазвучали шаги. Они летели из бездны 2 лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились, она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка. Вы ко мне? Это вы? Она... Закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича и нежно, дрожащими губами поцеловала его. Иван Ильич, вы бежали? Убежал. Господи, ну? Ну вот и прям сюда. Ой, как же это произошло? В общем, обыкновенно. Было опасно? Да, то есть не особенно. Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость. Даша опустила глаза. Сюда, в Москву, давно приехали? Только что с вокзала. Я скажу кофе. Нет, не беспокойтесь. Я сейчас в гостиницу. Вечером приедете? Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо, кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. 7:00. Можно прийти, Дарья Дмитриевна? Она кивнула. Иван Ильич выскочил на крыльцо. Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени, людей, деревьев, экипажи летели перед глазами. Студеный, пахнувший русским городом ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся. Колдовство. В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело,
Никакими силами нельзя было собраться с духом, сообразить, что же случилось. Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре. Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Дашины шаги, она спросила, не поднимая головы: «Даша, кто был у тебя?» «Он. Не понимаешь, что ли? Он. Иван Ильич!» Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками. «Данюша!» «Катя, ты пойми, я даже и не рада. Мне только страшно». Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, все на одной и той же странице. Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Крафта. В морозных сумерках, напротив в доме, где жила актриса Чародеева, вспыхнули два окна. Там горничная в чепчике накрывала на стол. Появилась худая, как скелет, Чародеева в накинутой на плечи бархатной шубке. Села к столу и зевнула. Должно быть, спала на диване. Налила себе суп и вдруг задумалась. Уставилась стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. «Маруся любила шоколад», — сквозь зубы повторила Даша. Вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца. Но это принесли вечернюю газету. Не придет. Нет. Даша пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью, и тикали часы. Было без 5:07. Даша села у стола. Вот так с каждой секундой уходит жизнь. В парадной опять позвонили. Задохнувшись, Даша вскочила и выбежала в прихожую. Пришел сторож из лазарета, принес пакет с бумагами. Иван Ильич не придет, конечно, и прав. Ждала 2 года, а дождалась, слова не нашла сказать. Даша вытащила платочек и стала кусать его с уголка. Чувствовала, ведь знала, что именно так это и случится. 2 года любила какого-то своего, выдуманного, а пришел живой человек, и она растерялась. Она не заметила, как приотворилась дверь, и появилась рябенькая Лиза. «Барышня, к вам пришли». Даша глубоко вздохнула. Легко, точно не касаясь пола, пошла в столовую. Катя увидела Дашу первая и улыбнулась ей. Иван Ильич вскочил, мигнул и выпрямился. Одет он был в новую суконную рубаху, с новеньким через одно плечо снаряжением, чисто выбрит и подстрижен. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его тверд, по сторонам прямого чистого рта 2 морщины, 2 черточки. У Даши забилось сердце, она поняла, что это след смерти, ужаса и страдания. Даша взяла стул и села рядом с Телегиным. Он положил руки на скатерть, стиснул их, и, поглядывая на Дашу, быстро, мельком, начал рассказывать о плене и о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо, рот ее приоткрылся. Рассказывая, Иван Ильич чувствовал, как голос его звучит, точно чужой, издалека. А сам он весь потрясен и взволнован.
И рядом, касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо, девушка, непонятное совершенно, и пахнет от нее чем-то теплым, кружащим голову. Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру. Катюш, понимаешь, приговорили к расстрелу. Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку отделявшую от смерти, рванувшуюся машину и ветер, кинувшийся в лицо, свобода, жизнь, Даша страшно побледнела и схватила его за руку. Мы вас никуда больше не отпустим. Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод. Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вглядывалась внимательно. На щеки ее сошел легкий румянец. Она освободила руку. Почему вы не курите? Я вам принесу спички. Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробочкой спичек. Остановилась перед Иваном Ильичом и начала чиркать спички, держа их за самый кончик. Они ломались. Наконец спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший ее подбородок. Телегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытать такое счастье, закуривая папиросу. Катя все это время молча следила за Дашей и Телегиным. Она была рада, очень рада за Дашу. И все же ей было очень грустно. Из памяти не выходил незабытый, как она надеялась, совсем незабытый Вадим Петрович Рощин. Он также сидел с ними за столом, и также однажды она принесла ему спичек и сама зажгла, не сломав ни одной. В полночь Телегин ушел. Даша, обняв, крепко поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, она думала, что вот вынырнула наконец из тоскливого безвременья. Кругом еще дико и пусто, и жутковато, но все синее. Но это... счастье.